отопительном сезоне, который у нас с осени начался, мы обеспечили 58 семей мобилизованных углем. Вот, наша задача, как и в предыдущем году, состоит в том, чтобы доставить уголь, выделенный от разрезов, по семьям, заявки, которые предоставлены нам на выполнение. Порядка 290 тонн на сегодняшнюю дату угля развезли по семьям мобилизованных.